Стороночку, пожалуйста, машина не развернется. Она большая. Сторонку. Идем. Выстраивайся, спокойно. Не слушай. Ну все, выстраивайся, как я сказал. Отойди. Стой, на месте. За. Отходим. Вы мешаете. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресне во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очиститель наш, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посвяти исцеление мощи нашей, не Твоей крови. Господи, помилуй, слава Тебе, Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе. Да святит все имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам есть. И оставь нам долги наши, ты же мы оставляем должником нашим. Не веди нас свои искушения, избавиться от лукавого нашего. Я как Твоя есть Царствие, слава Отца и Святого Духа. Аминь. Сатухи праведным скончавшихся, душу раба Твоего спаси, упокойся, проняй Бога, блажение жизни, я живу Тебе, человека, любче. Упокоище Твоим, Господи, где же все святые Твои упокоиваются? Упокой душу раба Твоего, как единицы человека любец. Слава Твоей, Сыну и Святому Духу, если Бог сошедший в аду, узакованно предрешивый, саму душу раба Твоего упокой, и ныне и пресне во веки веков, аминь, едино чистое и непорочное дело Бога без семени росшее, молись, спасися души Его. Помилуй нас, Боже, своей лицемерности, Твоя молитва, ты все услышай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся, упокоение души усопших раба Божия, но представника Михаила, я уезжу простите всему всякому приключению вольному, уже невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, когда Господь Бог учинит душу, и годя же правит, не упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесное, доставление грехов Его. У креста бессмертных, Царя и Бога нашего просим, подай, Господи. Господу помолимся, Господи, помилуй. Боже, духов всякий, Боже, смерть по праву, дьявол, просмевый, еще один, кровавый. Сам Господь.
Господа Иисуса, упокой душу усопших рабах, Иванов и Славы, Иванов и Михаила, вместе светлые, вместе плачьте, вместе покойни. Отню душу отвяжи болезнь, печали воздыхание. Всякое согрешение с обеими, словом или делом, или помышлением, и поблаги человек, и Бог прости. Я конец человека же жив будет и не согрешит, ты будем кроме греха, правда твоя, правда, веки слово твое истина. Я, как ты есть воскресенье, живу до покоя усопших гроба, только на представника Михаила Христе, Боже наш, и тебе слава, восславим себе нашим твоим отцем, и со пресвятым и благим творящим твоим духом ныне и присно во веки веков. Аминь. И мудрость пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую, первыми славнейшую, бесравнение сыротим, привестение Бога, слово росшее, сущее, Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Христе Божие упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Шабильный мир, обладая Христос, истинный Бог, человеческий, причитный, своей матери, святославный, 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 преподобный, как богоносный, как язычный, все святым, души от нас, представленный, за вас, святого, представленный, Михаила, Сиречи, Павел, ученик, медленно, правильно, поход, правильно, свечте. Она остановила, как благо, человек любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи, пусть чем работаем мы на представленном Михаилу, и сотвори ему вечную память, вечную память, вечную память. Thank you.
Марин, извини, на захоронение. Пишите. Алло. Да, сразу там еще. Но охранники не подглядят. Они только пока народ не разойдется. А мне подглядеть. Чего мужчина? Да мне фамилия.